Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы с вами делаем первый заказ по каталогу номер 14. Я вам покажу, как оплатить заказ и как выбрать место доставки. Оставайтесь со мной. А если у вас еще нет до сих пор личного кабинета и возможности покупать продукцию со скидкой от 20 до 70%, то заполняйте анкету прямо под этим роликом и присоединяйтесь к моей команде. Я вас всему научу и объясню, как и что нужно делать и с чего начинать. Итак, показываю свой заказ. Три продукта мне вложили как официальному обозревателю. Два есть в наличии, третий появится чуть позже. Ну, ничего страшного, подождем. Этот заказ у меня пока первый, маленький. Буду чуть позже еще отправлять. Я заказываю новинку пробников серии Novage Ultimate Lift. Серия выходит обновленная. Хочу попробовать, в чем интересная разница. Заказываю новую антивозрастную тональную основу. Все-таки я выбрала оттенок ванильный, холодный. Думала между фарфоровым. Фарфоровый дает легкую розовинку, но все-таки в зиму решила взять ванильный. Всего выходит 639 рублей новинка. Это обновленная тональная основа с пребиотической сывороткой. Я уже из пробников попробовала. Мне очень-очень нравится этот тон. Он лучший, который я пробовала в своей жизни. Так, далее. К сожалению, отсутствует шарф, который мне заказала клиентка. Я бы и себе такой хотела, но пока его нет на складе. Надеюсь, тоже появится. Тоже мне заказали бальзам для мгновенного увеличения губ. Клиентка очень давно искала такой. Я говорю, у нас есть. Вот первый от нее заказ. Далее, мегаобъемная тушь для ресниц. Тоже для клиентки. Тушь XXL 5 в 1. Потрясающая тушь. Все-таки она моя любимая. Как ни крути, но это лучшая тушь. Для меня, по крайней мере. Далее, два наборчика заказываю. Один себе, один клиентке за 207 рублей. Всего лишь набор входит, то есть набор с черникой, крем для душа 200 мл и крем для рук, для лица и тела 150 мл банка. Всего 207 рублей. Обратите внимание, что этот набор очень симпатичный, и он круто просто подойдет на подарок к Новому году, на Рождество, потому что там такая тема зимняя. Я прям рекомендую такими наборчиками затариваться. Я не знаю, конечно, к Новому году, может быть, будет еще что-то тоже интересное, но как вариант недорого. Можно, кстати, разделять на два подарка. Кому-то одному крем дарить, кому-то одному крем для душа. Заказала для себя новый вдохновляющий аромат из серии Feel Good. Как мне понравился этот апельсиновый запах. Он такой приятный, такой бодрящий. Хочу его. Беру прям с удовольствием. Также для себя заказываю шампунь уход 2 в 1. Для всех типов волос с ромашкой и авокадо. Здесь большой объем. По-моему, 400 или 450 мл даже сейчас. Не помню. Ну, большой объем, очень удобно. Надолго хватает. И этот шампунь я использую обычно как первый раз промыть волосы. И сразу их уже увлажнить, потому что он 2 в 1, очень мягкий шампунь. А далее у меня заказали крем для лица с пчелиным воском, по-моему. Тоже клиентка заказала. Я, кстати, эту серию не пробовала. У меня только крем для рук, для лица не пробовала. А вот для рук очень нравится. Далее, крем для рук пряный цитрус. Для себя любимый беру. Беру новинки тоже себе попробовать. Крем для ног с имбирем и мандарином и одноименное средство для распаривания кожи ног. Очень нужная штука. Хочу сказать, так круто, когда вот ножки распаришь сначала специальным средством, так легко отшелушивается потом мертвая кожа, и такая легкость в ногах. Ну, просто прелесть. И, конечно же, беру побольше специальных смягчающих средств с апельсином. 79 рублей всего. Беру тоже с удовольствием. Так я люблю аромат апельсина. И он прямо вот в Новый год, в зиму, это будет чудесный презент, всего по 79 рублей по цене, ну, плохенькой, так скажем, да, скромненькой шоколадки. Шикарный просто продукт. Вот намного лучше подарить такой продукт, чем какую-то недорогую шоколадку, от которой точно нет никакой пользы. Так, далее. Здесь у меня, значит, набор каталогов 10 штук и один за 9 рублей. Я все беру, потому что я каталоги раздаю, дарю. То есть я их везде, чтобы больше людей посмотрели. Пакетик мне не нужен, удаляю. И далее, к сожалению, почему такой маленький заказ? К сожалению, нет на складе Wellness Pack'а.
а мне так нужно, у меня две пачки ждет клиентка, я сама жду, а у нас просто аврал как-то с велнесом. Ну, надеюсь, он чуть позже появится, я отправлю еще один заказ. Переходим в раздел предложения. И здесь нас ждет предложение, можно заказать любой продукт со скидкой 50%. И я хочу начала собирать серию Ultimate Lift, и мне нужна сыворотка. Я взяла в прошлый раз крем ночной, и сейчас возьму сыворотку, чтобы уже начинать вместе пользоваться и работать над овалом лица, чтобы он подтянулся. Вот сыворотка выходит всего 1300. Без скидки она, конечно, очень дорогая. Далее, тут есть специальное предложение то Optimals, тоже можно полистать, посмотреть. И также я по акции набрала 762 балла. И сейчас я поменяю на подарки. Так, что же взять? Ну вот точно сумку, уже сумки нету, но надо же. И, скорее всего, наверное, кейс взять или можно взять кошелек и клатч. А что же взять? Я даже не знаю. Надо подумать. Вообще хотела кейс, потому что, мне кажется, он такой стильный, с ним можно просто ходить спокойно вот по улице. Прям здорово будет. Так, ну ладно, кейс я его хотела, пусть он будет как раз. Добавляю. Двигаемся дальше. Какие еще у нас есть предложения? Так, помните, что кто еще делал заказы на 50 баллов в прошлом каталоге, на 50 сделает в 14-м, можно заказать шарф. А шарф, надо найти код этого шарфа, платка вернее, можно сказать платок, и тоже добавить его в заказ. Я думала, он появится в разделе предложений, но его здесь нет. Зато здесь есть интересные варианты наборов подарочные. Часики, клатч. То есть интересные такие предложения в разделе. Посмотрите, потому что здесь и помады с очень хорошими скидками, крема, дневной крем и коллаген такой, прям доступная цена. Ищем, смотрим. Нужно найти код платка. Сейчас я его буду искать, чтобы сразу добавить в корзину. Так, возвращаемся в раздел корзина и добавляем платок, шарф. 43 733. Вот, мы его добавили, и он у нас выходит всего за 199 рублей. Очень красивый, очень просто красивейший. Так, 96 баллов получилось, ну отлично. Потом я доделаю заказ, может быть, витамины появятся. Проверяем заказ еще раз, чтобы все добавилось. Так, один у нас в резерв встал, сумка пока в резерве, ну ничего страшного. Так, и двигаемся дальше. И вот сейчас начинается самое интересное. Вот смотрите, кто хочет себе взять по акции продукцию серии Optimals, то не нужно вбивать коды в заказ. Переходите на второй шаг и вот прямо здесь нажимаете «Добавить, добавить, добавить», то есть то, что вам нужно. Тут несколько продуктов по очень-очень выгодным ценам, конечно. Так, нажимаем «Далее», и здесь мы выбираем место доставки. Вот я, например, у меня выбрано предыдущее место на СПО. Как выбрать на СПО? Вот нажимаете «Пункт выдачи», далее «Тип», выбрали, например, СПО, здесь вбиваете свой город, ну, например, мой город Саратов. Надо на русском вбивать. И он сразу показывает пункты, где можно получить заказ. То есть надо вот тут листать и выбирать тот адрес, который удобный. И если же ваш заказ большой, да, более 4000, то можно выбрать доставку на дом, вот доставку курьером. И заказ привезут, сейчас я выберу, так, вот, бесплатно. Вообще, представляете, то есть заказ свыше 4000, заказ привезут бесплатно. Нажимаем «Далее». Оплачивать сразу не нужно. Вы можете сначала сохранить заказ, потом его оплатить. Проверяем место доставки. Все верно. Здесь у нас заказ на 4615 рублей. Но так как есть скидка на товарном поле, почти 2800, они сминусовались. И к оплате всего 1842 рубля. То есть 96 баллов уже сделано. Что здесь... На что нужно обращать внимание? Всегда проверяйте, правильно ли выбрано место доставки.
То, что у вас бесплатная доставка выходит или платная, то есть устраивает вас, не устраивает. И далее уже нажимаем кнопочку «Оформить заказ». Я сейчас еще раз проверю заказ, потом его сохраню, а то у меня бывает так, что я что-то пропускаю или забываю. Сейчас еще раз проверю и сохраню заказ. А вам я желаю чудесных покупок в этом каталоге, приятных впечатлений от продукции, чтобы она не просто вас радовала упаковкой, а, конечно же, приносила желаемые результаты. И оставайтесь на нашем канале. Здесь всегда интересны обзоры новых продуктов, обзоры заказов. Смотрите, учитесь, и пусть эти видео вам приносят пользу. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.